Мы рады вас приветствовать на открытии нового корпуса школы номер 3 дошкольного отделения «Радуга». Утро в микрорайоне Леонидовка началось с настоящего праздника. Детский сад «Радуга» торжественно открылся после масштабной реконструкции. Для малышей и их родителей подготовили насыщенную программу. Поздравления звучали и от самых юных ребят, которые с нетерпением ждали этого события. Ты всегда нарядна, звонкая, как песенка. Вместе в нашей «Радуге» будем жить мы весело. В дошкольное отделение будут ходить 320 мальчишек и девчонок. Учреждение вмещает в себя 13 групп, из которых одна ясельная для малышей от 1,5 до 3 лет. Остальные для ребят постарше. У нас получился новый, светлый, большой, красивый, с прекрасной территорией. И пусть таких объектов в нашем городском округе будет как можно больше. Радужный детский сад окружают малые архитектурные формы для разных возрастов. Все необходимые элементы для прогулки и развития малышей ждут своего часа. Сегодня такое единодушие по поводу посещения детского сада нас просто всех порадовало. Открывается не детский сад. Сегодня открывается дом. Дом, в котором вам будет уютно, в котором вы приобретете себе новых друзей. Уже сегодня малыши пришли на занятия. Первое, что бросается в глаза – пространство, заполненное игрушками на любой вкус и возраст. Новоиспеченных воспитанников ждут и уютные спальные комнаты, и большой спортивный зал, и красочный музыкальный кабинет с необычным дизайном. С такой душой подошли. Нам тоже очень нравится, когда у нас высокие потолки, когда нестандартные решения. Здесь такие, наверное, есть большие окна. Светлые залы. Счастливые родители, счастливые и дети. Обновленное учреждение пришлось по душе всем. Первый раз в садик пришли, и надеемся, пойдем в сентябре в новый сад. Вот первый год, ребенок еще маленький, поэтому все впервые, и новые чувства для нас переполняют. Я помню, что здесь было, и вижу, что стало. Ребенок в восторге. Детский сад присоединился к образовательному комплексу школы номер 3. Изначально открытие было запланировано на конец года, но подрядчик ускорил темпы, чтобы дошколята заиграли в новом помещении уже в сентябре. Я вот, например, всю жизнь прожил в Мытищах. Сейчас у меня сын родился и тоже растет в Мытищах. И поэтому мы собираемся быть здесь, никуда не уезжать. И построили садик так, чтобы ни сегодня, ни завтра нам не было за него стыдно. Образовательное учреждение «Радуга» – это больше, чем просто детский сад. Это место, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, научиться новому и обрести верных друзей.